В Якутске стартовали отборочные соревнования финала 5-го национального чемпионата World Skills. Первыми участниками стали повара. Свое мастерство демонстрируют кулинары из 69 регионов страны. Кто пройдет во второй этап соревнований, выяснится только через 4 дня. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Участники первого этапа на протяжении 4,5 часов готовили 4 блюда. Туда вошли закуски, горячее блюдо и десерт. Будущие повара прибыли с разных уголков России. Один из них Руслан, который приехал из Брянска. Да, у нас есть список продуктов и определенное задание. От этого мы отталкиваемся и составляем то, что хотим. Достаточно сложно, напряжение, все нужно успеть. Достаточно проблематично уложиться во все по времени, не прорабатывая это заранее. Соревнования проходят тяжело не только для участников. У многих из них есть группы поддержки, которые приехали вместе с ними. Они наравне с участниками на протяжении всего времени переживали все перипетии соревнования. Естественно, смотрели на других, сравнивали, кто какие блюда подают, то есть у кого какой уровень. Ну, он справился с заданием, конечно, не так совсем, как хотелось бы, но справился, молодец. Это для него огромный опыт, участие, шаг вперед. То есть нужно идти дальше, не останавливаться на этом. В конкурсе оценивалось буквально все, начиная от вкуса блюда до его веса, консистенции и оформления. Оценивается также и рабочее место, то, насколько аккуратно работает конкурсант. Мы с каждым годом стараемся больше и больше приблизить наши чемпионаты к международным, чтобы улучшить качество чемпионатов. Но опять же, отобрать лучших из лучших. Поварское дело – единственная компетенция, которая проводится на базе учебного заведения. Для проведения соревнования специально были подготовлены места и закуплено необходимое оборудование. Эта работа очень большая проведена. Закупка оборудования, значит, оснащение, застройка, обеспечение инвентарем и расходным материалом, обеспечение сырьем. Все должно соответствовать требованиям мировых стандартов. Требования к ним очень жесткие. Первый этап компетенции «Поварское дело» будет проходить 4 дня. По его итогам эксперты отберут 20 человек, которые продолжат борьбу во втором этапе. Из них 15 попадут на национальный чемпионат. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.